Предварительные итоги выборов начали подводить уже накануне вечером. Члены региональных отделений «Единой России» вышли на связь с председателем партии Дмитрием Медведевым. Какая обстановка царила в чебоксарском штабе «Единой России», знает мой коллега Дмитрий Ковалев. То, что правящая партия сохранит свои позиции в республике, стало очевидно, когда подсчет голосов только начался. На протяжении всего вечера министры чувашского правительства и депутаты Госсовета не расставались с телефонами и планшетами. Свежие цифры в чебоксарский штаб «Единой России» поступали каждую минуту. Высокие результаты по итогам выборов демонстрируют и другие регионы. Это не может не радовать, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев. Итоги, на мой взгляд, во всяком случае, по тем данным, которыми мы сейчас располагаем, для партии «Единая Россия» выглядит вполне удовлетворительно. Я бы даже сказал, что это хорошие результаты. Они, с одной стороны, отражают реальное влияние партии «Единая Россия» в регионах, предпочтения наших избирателей, а с другой стороны, показывают, что российская демократия развивается, показывает, что парламентские партии достаточно удачно проводят свои избирательные кампании, и выборы прошли на высоком конкурентном уровне. Это не может не радовать, потому что в этом залог развития нашей страны и показатель того, как чувствует себя наша политическая система. По итогам избирательной кампании этого года зарекомендовали себя и новые партийные проекты. Во многих регионах прошли предварительные выборы. Только благодаря праймерис, отметил Дмитрий Медведев, удалось понять, насколько жители страны доверяют команде «Единой России». Надеюсь, этот институт получит дальнейшее развитие. Это реальный атрибут реальной демократии. И хороший пример, кстати, для других политических сил, если они решатся его использовать в своей политической практике. Но мы, конечно, ничего навязывать не будем. Те задачи и цели, которые ставились непосредственно региональным отделением партии «Единая Россия», они сегодня выполнены. Это легитимность, конкурентность, чистота. Свои ожидания оправдал и единый день голосования в регионах. В большинстве субъектов явка на выборы превысила порог 60%. Это неплохой показатель. Нынешнюю избирательную кампанию в федеральном центре уже называют генеральной репетицией перед выборами в Госдуму. Все то, что мы первоначально намечали, я сам лично подчеркивал, выборы должны на территории республики пройти честно, конкурентно, открыто. Вот это практически на нашей территории все эти высказывания соблюдены. Это большое такое значимое, серьезное дело. Почему говорю? Потому что выборы на должность главы республики, в республике все знают, 15 лет не проводились. Хочу сказать слова искренней душевной благодарности всем избирателям, которые пришли на избирательные участки и, воспользуясь своим правом, сделали свой выбор. Выборы состоялись. Теперь подытожил Медведев, но занявшие свои посты главы регионов и депутаты должны выполнить все то, что пообещали избирателям. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.